Водители автобусов при посадке и высадке пассажиров зачастую отступают от правил дорожного движения и останавливаются там, где им удобно. Часто местом для остановки водители автобуса выбирают пешеходные переходы, что еще больше увеличивает вероятность ДТП. Ведь переходящий дорогу человек увидит подъезжающий автомобиль, только уже выйдя из-за автобуса. С начала этого года по этой причине ГИБДД совместно с руководителями автопредприятий, чьи автобусы ежедневно курсируют по городу, провели профилактический рейд. В итоге 7 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил движения. Более того, транспортные компании должны решить, что делать дальше с таким сотрудником – уволить или отправить на дополнительные занятия по изучению ПДД. После этого нарушители обязаны будут сдать зачеты.